Hey, you guys, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в Dark Souls Remastered. Ну что, поехали. Новая игра. Так, здесь настроено, здесь у нас все настроено. Готово, окей. Так, имя. Шимики. Пол. Если помните, мы уже с вами создавали, ну как, играли Dark Souls, но мы играли с вами не в Remastered. Так, отмычка нам нужна, тело. Крупные волосы. Ну, раса, то есть. Простолюдин. Это честный, короткий, волосы черные. Принять, да. Сейчас в эру древних мир был бесформленный, его окутывал туман. Это была земля серых утесов, древних деревьев, преснующих драконов. Но затем был огонь, и с приходом огня все распалось на две части. Жар и холод, жизнь и смерть, и, конечно, свет и тьма. Из тьмы пришли они. И они нашли в пламени души повелителей. Нито, первый из мертвых. Ведьмы Залита и ее дочери Хаоса. Гвин, повелитель света, его верные рыцари и хитрый карлик, которого просто так забыть, легко забыть, так, легко забыть. Воспользуйся силой повелителей, они бросили вызов драконам. Молнии Гвина разрывали их каменную чешую. Ведьмы призывали огненные смерчи. Нито насылал смерть и болезни. А Нагасив предал свой род. И драконы сгинули. Так началась эра огня. Но вскоре пламя погаснет, и останется только тьма. Даже сейчас лишь тлеют угли, и человек видит не свет, но бесконечную ночь. И среди живых ходят проклятые, носители знака тьмы. Ну, как-то типа того. Сейчас будет у нас геймплей. Так, оружейный ящик кузнеца, инструмент для внедрения титанита, бла-бла-бла, какие-то предметы. Yes, да, воистину.
Нежить заклинена темным тьмы, знаком тьмы, заклинена. И в этих краях нежить сгоняется и ведут на север. Типа мы сейчас на севере с вами, где они будут томиться на ключении до конца дней. Такой твой удел. Окей. Хотя бы в ремастере нам не нужно с вами скачивать ПП-креатор. Так, северное побережье нежити. Ключ от темницы в подземелье. Открыть ключ от темницы в подземелье. Ну, как-то так мы вот с вами сейчас выглядим. Так, ладно. Думаю, нас еще всему обучат. Прочесть сообщение. Атака. Так, громила вон ходит. Большое громила. Так, давайте мощную атаку. На, на. Блин. Кулаком его убить можно было, в принципе, ладно. Да, все равно тут игра поточена быстрее под геймпадик. Так, ладно, давайте я грохну. Надеюсь, ты... не в обиде будешь, чел. Возьму твои души. Мне в дальнейшем пригодятся. Что же геймпад лучше взять, чем на клаве играть? Как вариант. Отдохни у костра, чтобы восстановить свои силы. Разжигаем огонь. И присаживаемся. При сидении на огне... враги все восстанавливаются. Ну, здесь я, конечно, все знаю, поэтому давайте... Ой-ой-ой, тихо. Я то думаю, чего-то не хватает в нашей сейчас игре. Таймера. Сейчас где-то уже 6 минут прошло, поэтому... побежали. Так, нужно бежать. Пока чудило. Так, возжечь. Отдохнем. Восстановимся. И отлично, можно идти дальше. Бери щит. Эй-эй. Ты уже по мне пуляешь? Ты что, говнюк? Зараза. Так, меню Escape. Хорошо, без проблем. Снаряжение. Да, еще вспоминать нужно все как... Да уж. Выбросить, изменить, восстановить... Чего? Нет, я хочу как одеть? Менять статус. Уровень души. А, точно, нужно аж на этот нажимать. Идем. Меч на самом деле прикольный. Защит от всего физдамага. Так, длинный меч. Мне нужно будет на другую кнопку поставить хотя бы мне оружие. На что ты намекаешь? Мена оружия. Так, это не то смена оружия. Так, это щиты. Ага, все.
Куда ты пуляешь ты? Пуляет он в меня. Да, сделали туман покрасивей. Вот видите, как он теперь выглядит. Так. Вижу рыцаря. Отскок. Это перекат, а не отскок. Лады. Давай. Немного покоцался, не страшно. То, что здесь темно, вот это херня. А, это ты. Ты ведь не из полых, да? Слава богу. Вы что, мне конец? Скоро я умру, а потом лишусь разума. Я хочу кое-что тебе передать. Ты и я, мы оба нежить. Ты выслушаешь меня, так ведь? Да, давай, рассказывай. Ладно. Несчастье, я не выполнил свое задание. Но, быть может, ты завершишь то, что я уже начал. Моей семьи издавле говорят, ты кто избрал из мертвецов, покинув прибрежье нежить, отправляется в трансе к земле древних повелителей. Ударь в колокол, пробуждение, и тебе откроется судьба нежити. Теперь ты все знаешь. Я могу умереть с надеждой в сердце. О, еще одно. Вот, возьми. Это фляга с Экстусом, любимого лекарства нежити. Thanks. О, и вот это. Ключ от восточных его крыла. А теперь я должен попрощаться с тобой. Я не хочу навредить тебе после смерти, так что ступай. И спасибо. Почему-то он не сказал... В этом? Так, там я вижу, что-то есть. Я помню, тут достать нельзя. Почему здесь огромный проход? Невидимые стены. Везде есть невидимые стены. На самом-то деле. Ладно, давайте, короче, тогда выберемся с этого места, так уж быть, с этой локации. И закончим на этом. О, 100 душ. Жизнь немного рыцарь приуныл. Да, приуныл он. Так, нам наверх нужно. Там будут эти сраные рыцари. Так. Ага, все. Shift. Ну, кнопка атаки. Честно, я не помню, как... Ну, это... Контратаковать, отбивать по атаке. Вот это нужно будет учиться заново. Так, прыжок, пинок. Да, пинок мне, в принципе, не нужен. Когда вы отдыхаете у костра, враги восстанавливаются. Да ладно тебе. Давай, атакуй. Готово. Следующий привет. Давай, дружок. Вот-вот, как он пробил меня. Значит, короче, мы все-таки не полностью можем блокировать весь физурон, хотя наружу написано другое. Ах ты, зараза. Из-за тебя придется Эксус пить. Один. О, осколок титанита, ништяк. Заперто. Да, мы не скоро попадем. Так, экстисик. Так, я не помню. Ага, все, на R у нас пить и все такое. И где оно? А. Тихо.
Ай-яй-яй. Я немного помню его атаки, поэтому сейчас лучше оббежать. Оп. Ништяк. Оп. Ништяк. Я понял. Отбегаем. Пьем экстус. Ладно, выпил лучше экстус. Кэн сам ко мне подойдет. Не, не. Ворот. Не, не. Готово. Демон прибежище. Большой ключ. Паломником. Инкс. Человечность плюс еще. Использован большой ключ паломника. Паломника. Так, отлично. Ступай прямо. Так, здесь еще, по-моему, где-то секретки есть. Наш Матью. Они везде здесь спрятаны, раскинуты. Поэтому нужно везде все искать теперь. Так, вот здесь, да, кажется? А? Душа пропавшего мертвеца. Так, на могильниках ни хера нету. О, яйцо. Так, походу здесь что-то можно будет потом мудрить. Я только где-то в серии 3, я только горгулью убивал и все. Больше я игру как бы не проходил. Я не знаю больше, что дальше, что как. Ну что, отправляемся. Но древние легенды гласят, что однажды мертвец будет избран. Отлично. Он покинет прибежище нежити и отправится в страну древних повелителей. Боже, я представляю, сколько я еще буду гамать. Лордран. Мне нужно будет пройти первую часть, потом я пройду в третью часть. Или лучше пройти... Ладно, буду лучше по сюжету, если так идти, то первую, вторую. Просто, понимаете, вторая самая дольше. Из-за того, что там, допустим, здесь боссов самое меньше, если сравнивать три части. Третьей части больше, чем в первой. Но меньше, чем во второй. А во второй у нас 41 босс. Плюс больше долце. Долце, кажется, 3. Лондор может получать новые уровни и зажигать костры. Храм огня. Так, ладно, отдохнуть и костры. По прокачке. Честно, прокачка, я вообще не знаю, что мы будем прокачивать. Что я знаю, что лучше сейчас нам прокачать с вами силу. Хотя и выносливость тоже неплохо. Плюс я помню еще место. Да-да, я помню. Где мы с вами... Блин, ячейку магии мне нужно увеличить. Выносливость, это кажется, сколько у нас вот это... Силы мы можем набирать. Противляемость, это к ядам и все. Нет, это не то. Интеллект. Эра. Мне нужно будет прокачать на одну ячейку хотя бы. Интеллект, интеллект, интеллект. А, то есть я вообще не могу магией пользоваться. Или это нужен ученик? А, ученик нужен, все. Блин, не знаю. В принципе, знаете что? Мы с вами дальше продолжим. Там же у нас еще, я помню, есть место для фарма бесплатных душ по 500 чем-то. Вот. Подтвердите. Да. Так, ладно. Пожечь. Вы не можете пожечь у костра, пока вы не в человеческой форме. Хотите опустошение нечеловечности. Ну, тогда все. Так, хорошо. Здорово.
Так, что тут у нас? Ты должно быть здесь недавно? Дай-ка угадаю. Сегодня же ты, верно? Что ж, и до тебя сюда приходили. Но ты не найдешь здесь спасения. Лучше бы вам всем остаться гнить в прибрежье нежити. Но что сейчас говорить? Раз уж ты здесь, то я помогу тебе. Колокол пробуждения? На самом деле два. Один наверху, в церкви нежити, а второй глубоко внизу, в развалинах у основания Черного города. Черного города. Ударь в оба колокола, чтобы что-нибудь произойдет. Гениально, не так ли? Что ж, я все сказал, но похоже, это тебе не остановит. Так что ступай, теперь ведь это привело так. Привело в наше проклятие земли нежити. Ха-ха-ха-ха-ха. Текст. Выбираем здесь предмет. Человечность. В принципе, я могу сдохнуть. Ничего такого страшного не будет. Так, пособираем сразу вещи, давайте побегаем. Так, огненная бомба. Можно будет сбегать еще вниз. В старый Лондон, если не ошибаюсь. Меню жестов. Показать наверх. О, привет. Привет, полагаю, ты не... Ты... Так, мы не встречались. Я Петрус из Таролонда. У тебя в каком-то... Что-то есть? Так, если нет, не затруднит ли тебя держать там что-то другое? Еще раз. Держаться от нас подальше. Но я уверен, что мы совсем так на тебе зла. Держим. Вот возьми это, в знак примирения. Нет, давай. Это тебе. О, это медаль, ништяк. Нет, не медаль, это ништяк. Тут много есть мест, куда нужно сходить. Они все такие тут опасные. Так, душа пропавшего мертвеца. Да, все-таки пропавшего. Пропавшего. Так, там я вижу свечение вдалеке, вон далеко-далеко. Там свечение. Так, наверх. Это уже потом мы туда пойдем. Сейчас мне нужно упасть. На самом деле достаточно темно, знаете? Так, здесь у нас два, нет, даже три ящика. Раз, треснувшее красное око. Мортенштейн и талисман. Косточка возвращения. Талисман Ллойда. Так, стоять. Предметы. Сюда. Можно поставить тогда огненные бомбы. Сюда поставить косточку возвращения. Почему тут наверху ничего? А, наверху ж магия, точно. Тупые скелетоны. Ненавижу их. Почему у них сейчас стали щиты светиться? А, это отсвечивалось просто. Довольно опасные враги. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай еще одну атаку. Тихо, я понял. Нихера ты. Блин, не успел. Эх.
А где БКСПТ? Ну лучше на них пока учиться. Вот почему он... Почему медленно так? Задержка. Давай, я пока тебя убивать не буду. Вот, вот это опасная атака. Я понял. Тихо, 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 тихо. Если он даст мне кровотечение, я сразу умираю. Ну. Ну. Хорош. Так. Там восставший. Восставший, давай, теперь ты. С ними лучше драться на поверхности. Так, давай сюда. Их лучше всех сейчас немного поубивать. А чё, серьезно? Где предметы светятся вражески? Тихо, тихо. Я что, не могу ему сделать бэкстеп? Я понял. Давай еще одну атаку. Я не знаю, ну, скорее всего, без записи буду учиться. Парировать. Тихо, лучше отпрыгнуть. Тупые атаки. Вот почему я не могу его парировать, скажи мне, скелет. Пока. Зато они больше не появятся. Зато они больше здесь не появятся. Ну как, пока я не посплю на костре. Так, давайте с вами на арену пробежим на мою. Вы что-то, я кажется, не тут забрался с ТП. Я хотел отсюда, поняли? Потом убежать. Так, с одним. Ага, досидос. Досвидос, досвидос. Тихо. Ух ты, ё-моё! Тихо, 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 нужно отсюда выйти. Быстрее! И они тогда меня убегут. Тихо, тихо, тихо. А раньше они не уходили. О, бэкстей пошел. Все. Зараза. Зараза. Тихо, 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 тихо. Убей их, я смогу потом облутать все. Давай. Тупой скелет. Как мне парировать? Я только знаю вот эту систему, вокруг него бегаешь. Нихера ты меня надамажил. Должен умудрился.
зараза. О, ну здесь, видите, в два раза меньше. Здесь в два раза меньше. Ну, зато бэкстепы можно делать. Бац, бац. Это все долго, нудно. Зато, знаете, это рабочая сторона. Что? То есть теперь костры только зажигаются тогда, когда нету поблизости врагов? Что? Так, народ, это теперь что-то непонятно сделали с игрой. Ну как, может и понятно, но я что-то не понимаю. Слишком сложно. Слишком сложно, слишком сложно. Теперь здесь у нас скелетов нету. Теперь нам нужно только осторожно идти. И смотреть, тут где-то еще здоровяк должен быть. Так, вон, там скелеты. Их можно не трогать. Так, большая душа. И нам нужно идти сюда. Так, за копьем. И можно убегать. Этого мы не грохнем. И он довольно опасен. Это тип. То лучше просто от него сбежать. До свидос. Так, ладно, отдыхаем. Новый уровень. У нас не хватает. Хорошо. В принципе, я сделал то, что я хотел. Что на столе такое? Теперь нам нужно спуститься вниз. Так, поговори тогда тут с остальными. Короче, она не может говорить. Мне нужно, короче, душа хранительницы. Душу хранительницы мы можем найти в Old, или, блядь, не в Old, или не в старом. Короче, здесь. Мне кажется, это старый, да, у нас Лондон. Old Лондон. Или это не Лондон? Кажется, Old. Ну ладно, я мог. Тихо. Я помню, тут еще, кажется, предмет валяется. Душа кого-то та-та-та-там. Кинжальчиком, парни. Короче, можно их не убивать, все равно мы с вами умрем. Поэтому как-то так. Около них тоже желательно не стоять. Так, Экстар. Пока. Вот это нам нужно, короче, проклятие будет собирать, потом сюда приходить. Убивать призраков. Но призраков мы сможем только убивать через какой-то промежуток времени из-за того, что... Блин, а чё Ридли оно не отмечается? Куда я прибыл? Так лучше стамина, чтоб у меня была. Стамина — это типа сила вот эта. Ой, вот эти призраки. Да, молодец, она меня уже достала. И отправляемся. Ну! А чё я не смог отправиться? Прикольно. Ну ладно, зато я забрал то, что мне нужно было. На душе как-то все равно мы их нафармим. Заклинание света, древнее заклинание из затерянного Алачили.
освещает окрестности ярким светом. Несмотря на простоту заклинания, оно довольно очень эффективно в темноте. Так, все. Идем, короче, улучшать флягу. Вот у нее. Я не знаю, куда у меня пропала мышка. Все, фляга усилена. Фляжка у нас теперь на плюс один. Это хорошо. Теперь нам нужно достать в то жертвенное кольцо. Если не ошибаюсь, если то оно. И можно, в принципе, заканчивать. Ой. Да, парирование нужно учиться. Давай, стамину быстрее увеличим. Да, все-таки только на некоторых я могу крутить вот такие бэкстепики. О, пускай тело. Доспехи. Тупая тварь. Уф, тихо. Они теперь заодно. Да, готово. Теперь делаем такие махинации. Достаем колечко. Жертвенное кольцо теперь у нас. Теперь валим отсюда. Че, ко мне полезешь? А, приятель? Ага, фиг там. Я тебя понял. А, до города бежать далеко. Ладно, давайте тогда на этом закончим. Чуть не сорвался, не упал. Взял все, что нужно, в принципе, на этом уровне. Уровне. Кольцо. Ой, не кольцо, а главное то, что я взял копье. Копье нам довольно потом в дальнейшем поможет. Поможет оно против... Соответствует характеру. Стоять. А что мне нужно? Ага. Это вот сейчас у меня. Хорошо. Мне нужно 15 ловкости. Значит, ладно, ловкость потом прокачаем. Ага, тут все-таки есть описание предмета. Давайте, короче... Хотя, ладно. Так, фляга секстулом. Нежить дорожит этим матовым зельем фляги. У костров фляга можно наполнить экстусом, который восстанавливает здоровье. Фляга секстусом связана с хранительницами огня и упоминается в темных песнях. Короче, как я понял. Так, подождите. В изумруде фляги отображается душа, то есть что хранительницей звали. И после смерти огню ты верна. Нет, и верна. И это все. Так, треснувшие красные. Так, не око нужно стоять. А, ты верна. Потом следующий предмет. Окей. Треснувшее красное око. Предмет для сетевой игры. Короче, нам не нужно. Так, победите хозяина мира и получите человечность. Треснувшееся красное око позволяет временно использовать способность, которая обладает только темные духи кассы. Так, черный кристалл. Разделение. Черный кристалл — это символ растаивания, короче, даруется изгнанным нежити. Кристалл отправляет форматом, если вас домой. Фантомом отправляет нас домой. Помните о нестабильном. Это, короче, этот предмет нестабилен, если собираетесь развивать отношения. Огненная бомба, сосуд, наполненный порохом, взрывчатка. Так, взрывается, нанося урон огнем. Довольно мощное оружие дальнего боя. Так, незаметное для нанесения урона огнем. Очень полезно на низких уровнях. Так, многие воины расширяют арсенал с его помощи. Талисман Ллойда. Этот талисман используется клирика-рыцарями отца Ллойда для охоты на нежить. Так, препятствует восстановлению экстуса и некоторым... Так, в некоторой области...
Во внешнем мире нежить проклята. Так, клирик рыцаря Ллойда получает щедрое вознаграждение за охоту на нее. Этот благословенный талисман не дает нежити восстанавливаться, и рыцари могут легко с ними справиться. Понятненько. Так, кратковременное проклятие. Рука жертвы проклятия. Временное проклятие, которое позволяет сражаться с призраками. Единственный способ сразиться с призраками, которые являются проклятыми существами. Наложение проклятия на себя. Безопаснее всего отрезать руки мертвеца. Как бы жутко то это ни звучало. Руки можно выбивать с каким-то процентом, кажется, с призраков этих же. Так, осколок титанита. Осколок титанита для усиления оружия наиболее распространенный материал. Усиление стандартного оружия до плюс 5. Это лишь крупица легендарного куска титанита. Титанит внедряется в оружие и усиливает его. Так, отмычка. Отмычка открывает любые простые замки, является предметом торговли среди воров. Однако в проклятых землях нежити большинство дверей лучше не открывать. Да, это плюс. Так, ключ от темницы в подземелье. Ключ от подземелья нежити на севере. Загадочный рыцарь не говорит ни слова, швырнул в камеру мертвеца, у которого был этот ключ. Кем был тут рыцарь? Какую цель он представлял? Возможно, ответ на... Возможно, ответов не существует, но вы должны продолжить поиски. Ключ от восточного крыла. Второй этаж. Ключ от железной решетки на востоке, на восточной стороне. Второго этажа северного пробережья нежити. Прибежище нежити – это огромная тюрьма, разделенная железными решетками. Даже если нежить удастся выбраться из камеры, ей все равно придется продолжить немало усилий, чтобы попасть на волю. Большой ключ паломника. Ключ от внутренних дверей в главном зале побережья нежити. Большой ключ, который принадлежит избранному паломнику нежити. Так, он понятия не имел о том, что ему уготовлено это паломничество. Уготовило это паломничество. Так, здесь у нас ничего нету, ну блин, оружие. Так, ладно, давайте тогда. Жертвенное кольцо, талисман кольцо создано с помощью ритуала жертвоприношения, Велки, богини греха. Его владелец ничего не потеряет после смерти, но само кольцо сломается. Это такой себе, как сказать, побочный эффект. Длинный меч. Так, типа оружие прямой меч, обычный выпад. Так, обычный прямой меч распространен так же широко, как и короткий меч. Удобный подходит для разных ситуаций. Позволяет наносить обычные и режущие удары. Рукоятка прямого меча, типа обломок пропавшего меча, брошенный в прибежье нежити. Многим лучше кулаков. Не рекомендуется так как можно быстрее найти ему замену. Да, рекомендуется. Эсток. Меч для выпадов. Ну, короче, это, знаете, наподобие рапиры. Самый большой из мечей для выпада. Один выпад может проткнуть рыцарские доспехи. К тому же, острое лезвие наносит резающий урон. Моргенштерн. Так, выпад, молот. Молот с острыми шипами на вершине. Так, пример самого грубого оружия клириков. Позволяет использовать выпады и вызывает кровотечение. Вот это что нам нужно. Крылатое копье. Копье – выпад. Копье с длинным древним и острым наконечником позволяет держать большую дистанцию и прикрывается щитом. Эффектно против тяжелых доспехов и позволяет вовремя наносить мощные удары. Однако область нанесения удара мала и легко закрывается щитом. В принципе, это копье хорошо будет нам, когда мы пойдем в часовню убивать горгулей. Так, талисман. Так, проводник для сотворения заклинаний. Чудес. Обычный талисман распространен среди верующих. Талисман позволяет творить заклинания. Чудес. Изучите заклинания. Чудес с помощью свитка, где у костра. Большинство заклинаний чудес можно сотворить ограниченное количество раз. Ну и вот этот щит, который он, типа, хороший. Небольшой металлический щит, широко распространенный обычный щит. Короче, распространенный обычный щит. Очень удобный. Один из самых маленьких щитов, обеспечивающий абсолютную защиту от физического урона. Ну, хотя это не так.
Так, прочные кожаные сапоги. Сапоги из толстой кожи – очень распространенный вид защитного снаряжения, обеспечивая достойный уровень защиты. Так, это сапоги, да, мы читали? Прочные кожаные наручи, наручи из толстой кожи. Короче, то же самое описание. Прочные кожаные доспехи, то же самое. Обычный шлем. То же самое и было бы разумно защищать голову от стрел и другого физического урона с помощью прочного шлема. Так, доспехи полого воителя. Доспехи полых воинов сделаны из толстой кожи, вытершей со временем. Короче, такая фигня. Ладно, как-то типа... Ой, точно. Ну, я думаю, косточки здесь для вас не так важно, да? Типа косточка, кость, превратившаяся в белый пепел, возвращает к последнему костру, у которого вы отдыхали. У костра полого костей нежити... Как? Так. В кострах полно костей нежити. Иногда сильное стремление их бывший хозяин найти костер заряжает кости энергией возвращения. Как-то типа того. Душа пропавшего мертвеца, душа потерянной нежити, которая давно стала полой, позволяет получить души. Душа — это источник жизни и нежити, и даже полы продолжают искать их. Большая душа, в принципе, ничем не отличается, что просто большая душа потерянной нежити. Душа неизвестного солдата нежити, душа безымянного его солдата. Человечность. Крохотный, так, черный призрак встречается у трупов. Позволяет получить одну человечность и восстанавливает много здоровья. Это черный призрак называется называется человечностью, но о его природе почти ничего не известно. Если душа является источником любой жизни, в чем суть человечности, которая отличает нас? И медная монета, которую нам дали. Медная монета, на ней изображены старый Маклоев, бог медицины из спиртных напитков. Даже самые дорогие монеты мира людей имеют низкую стоимость в Лорнаде. И приятно расплачиваться душами. Их носят с собой те, кто мечтает выбраться во внешний мир. И знак тьмы. Темный знак указывает на проклятый нежить, заключенный этим знаком. Зародиться после смерти, но когда будет потеряно рассудок и станут полым. Смерть активирует темный знак, который возвращает хозяина к последнему костру. За всю человечность, все души. Мы можем сейчас использовать в принципе. Оп. Так. Потом. Вожечь? Но мы не можем вожечь, пока мы будем полым. Обратить опустошение? Да. Идем. Теперь мы с вами человек. И вожечь нажимаем. Чего? Какой нахер? Вожечь я хочу. Это плохо, я потеряю все человечность, если я умру. Плохо. Ладно, давайте тогда на этом закончим. В следующей серии продолжим, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте. И... Так, где там у нас? Так, поклон, радость и... Ладно, всем пока. И пока как-то так. Ладно, давайте, все, удачи.